Всем здорово, ребят. Ну что, у нас сегодня Тайвань, и сегодня мы наконец-то соберем бездонатную, бесполезную имбу, мега-имбу хладного призрака на Тайване. То есть за, по сути, 11 дней можно будет это все получить. Так, поехали, попробуем что-то вытащить. Землеройка 30, Рея 40, Plant Warrior. 15 зефира, нифига себе, нифига себе, сказала я себе. Вот так вот падают все-таки герои на Тайване. 15 осколков мы собрали. Так, окей, поехали, даже перезайдем, посмотрим, что у нас сегодня выходные начались, что у нас интересного есть на тайванском сервере. Так, наборчик за один самоцветик, неплохо. This is the future. Бездонатный зефир за 160к, кучу расходников, наборы накопления. Понятно, лист дешевеет, очень дешевеет. Смотрим. Что у нас еще интересного? Хрень. Так, понятно. Пиратище открылся. Пиратище здесь такое себе. Можешь макнуть. Бесплатку надо. Так, итак, поехали. 15-й день. Фу ты, блядь, говорю, 15-й. Все осколка. Все 15 осколков этого. 11-й день. На 11-м мы собираем с вами, ребятушки. Без донатного героя. То есть, по сути, дается один день, чтобы пропустить. Многие спрашивают, как же его собирать, что надо делать, что с ним делать. Герой бесполезный, как по мне, потому что он бафит две цели, и снимает недомогание, но сам имеет иммунитет ко всему. То есть, у него ни одного толкового неуяза нету. И станется, и забор энергии. И, в общем... Все подряд, то есть, как по мне, это просто бесполезный герой. Единственное, где я его хочу потестировать, это на Архидемоне, еще как вариант. Это там его посмотреть, что он там может или не может сделать. Так, окей, с этим разобрались, поехали на следующую. Тут, честно говоря, по сути, все тыковка может сделать. Относительно. На третьем этапе там она одна не справится, потому что там с двух сторон бегут. Не всегда она успевает. Ну, в зависимости от того, какая, конечно, у вас еще и прокачка будет. Ну, здесь 25-й, 30-й, говорю, 30-й, 13-й скилл, 25-й прорыв. То есть, плюс-минус на основе у меня тыква. Кстати, на английском сервере я, бывает, даже не успеваю проходить, потому что у меня нету ледяхи. Ледяха здесь реально нужен. Либо феникс, то есть, одно из двух. Ну, я из-за того, что у меня сила, как бы неохота скидывать, качать ледяху ради этой локации. Ну, пока бессмысленно. Может, в дальнейшем надо будет. Мы качнем. Такс. Феникса. Вот такой вот у нас переулочек. 11 день. Как видите, с двух сторон. Сразу же афинки. Нифига себе, сколько там афинок. Землеройки. Ну, феникс здесь тащит. Феникс плюс ледяха. Давай, феникс, включайся. Что это было? Ну, видите, как он работает. Он работает практически по всей карте. То есть, опасений... Сори, ребят. Опасения у нас... Нифига себе. Вы хотите сказать, что я сольюсь? Да ладно. Их вам. Такое себе, честно скажу. Это локация, но... Печальная. Ничего интересного в ней нет.
Ничего не поменялось. Забираем, забираем, забираем. Так, отлично. Где там наши долбанные сундучки? Открываем чик. Плюс 8 осколков. И 18. Итого 11 день. И у нас с вами получилось 209 осколков. То есть можно даже последний было не фармить, обменять. И смотрим, что же это за имба у нас. Просто офигительный бездонатный герой IGG. Спасибо вам за него. Вот нечем больше в обновлениях заняться. Надо просто именно создать такого героя, который будет просто нагибать всех. Судя по описанию, знаете, вот когда вышло описание, они что-то в этой обнове реально просто трешанули походу. Судя по всему описанию, он был вот очень мега имбовый. Я прям в шоке был, я думал, сейчас мы его как получим, как он начнет раздавать налево-направо, а в итоге у нас получилась печаль полная. Почему, думаю, вы знаете, то есть герой никакой, как по мне. Единственный вариант, вот где его можно будет с его обилкой потестить, это на архидемоне, при том, что получить нормально еще и атаки, можно будет убрать какую-то, попробовать химку убрать. Но я думаю, это не вариант, это не спасет, потому что у нее все-таки как-никак понижение дефа, плюс у нее встроенное замедление. Вот чем она хороша по сравнению с этими всеми героями. То есть у нее будет доп. Удар на один больше, нежели у него. Но у него как бы атаки тоже хватает. Дополнительный скилл его тоже понижает. Бьет он дофига всего. Но сказать, что он будет тащить, хрен его знает, честно скажу. Как по мне, это герой такой, который, ну, можно было без него, можно было его не выпускать. Точно так же, там, как и Мишану, и Скитальца, там, и прочих других героев. Зато они ввели Лиса, который, в принципе, плюс-минус теперь дает возможность посливать Ронинов, пройти волну АК, ну, и немножко помогает в запределе. Все. Это вся польза у нас от обновы, ну, и, конечно же, суперталант, который просто сделал некоторых героев, ну, в частности, Ронина, и Барда просто мега эпическими. А так, не знаю. Вот это вот, как по мне, полная срань, которая нафиг в игре не нужна. И не этой срани вводят и вводят с каждой обновой все больше, больше и больше. И мы понимаем, что это все полное говнецо. Вот. Мне даже кто-то сегодня написал это. А почему ты не рекламишь? Давай рекламим Castle Clash 2, бля. Это еще унылее говно, чем это. Тем более оно от компании IGG, это понятно, что там, во-первых, ну я уже показывал раньше эту игру, играл, что это говнецо, ничего интересного нет, все основано только на донате, только донаты там будут тащить, ну в принципе как и здесь, но здесь еще более-менее есть возможность без доната, но по графике, по всему меня игра вообще не впечатлила, не знаю, может там есть какие-то изменения, но мне даже лень туда заходить. Вот такой вот, ребятушки, у нас обзорчик на мега имбу. 11 дней, кто будет фармить, тот молодец, он получит бесплатно, без полезного, без толкового мега имбового героя, который не будет у вас тащить нигде, по сути. Потому что для того, чтобы он тащил, его надо еще и прокачать. А вливать в него ресурсы на прокачку я категорически не советую, потому что это говно. Ну, не знаю, от Мишани даже пользы, наверное, в разы больше, потому что там ограничения, там иммунитет, там стан охрененный. Вот это его плюс. А здесь что? Две цели, блядь. Две цели и дамаг понижения. Ну, как вариант, я же говорю, это, возможно, архидемон. Вот это единственный вариант, где я его еще, в принципе, как бы вижу. А так, ну, не знаю, как по мне, это просто печаль. Вот реально печаль, не стоит он того. Единственное, что хоть можно его получить за счет фарма. А так, ни о чем.
Все, ставьте лайки, кто тоже точно так же думает. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока.